Всем привет, друзья! Меня зовут Денис, я с 2017 года работаю с криптовалютами, а сегодня хотел бы поговорить с вами про блокчейн-фонд и про отрицательные отзывы, которые в его сторону были написаны. Ну, естественно, я лазал по интернету, да, искал информацию о фонде для того, чтобы, ну, понять, что люди пишут, мнения там общественности и так далее про этот фонд, для того, чтобы самому уже принять какое-то решение, да. Видел и положительные отзывы, видел и отрицательные, и... Что могу сказать про отрицательные, да, то, что их не так много, во-первых, да, и они все какие-то клонированные, то есть я видел много маленьких сообщений, типа того, что блокчейн лохотрон, блокчейн мошенники, и по сути все, на этом останавливалась вот эта вот доказательная база, грубо говоря, что... Блокчейн-мошенники, потому что мошенники, блокчейн-лохотрон, потому что лохотрон, и никаких доказательств, никаких скриншотов, ничего не было. Потом были, да, большие длинные статьи, пытались даже какие-то факты там привести, да, но все на самом деле вилами по воде написанное. И эту статью размноженную я видел на нескольких сайтах, отзывиках, да, просто Ctrl-C, Ctrl-V копированная, да, копировать, ставить. И везде размножено, и причем, что везде я заметил, что удаляют положительные комментарии. То есть я пытался написать что-то хорошее, да, проверить, и в результате заметил, что мои комментарии на некоторых сайтах просто удалялись или не проходили модерацию, что очень странно. Также еще на Ютубе нашел, да, одного блогера интересного такого, который негативные отзывы записывал про блокчейн-фонд. Тоже что-то там пытался такое рассказать, доказать. А потом в одном видео он просто показал, как он напрямую шантажирует, да, блокчейн-фонд. То есть он записал разговор, как он разговаривал с одним из админов и вымогал с него просто деньги, что давай отдай мне там 0.1 или сколько-то биткоина, да, и я тогда уберу все свои видео. И потом в другом месте где-то тоже от него комментарий нашел, что он прям открыто написал, что да, я беру деньги за то, что пишу вот эти видео, мне за это платят. То есть, как бы, все негативные отзывы, может, не все, не знаю, может быть, и есть там настоящие, но большинство вот эти, которые пытаются там что-то доказать, да, они в основном, скорее всего, проплачены, и есть на это какие-то подтверждения, даже факты, можете сами там поискать, найти в интернете. Поэтому я бы на них особо не стал оперироваться, и рекомендую вам самим, да, поговорить, найти действительно реальных инвесторов, которые инвестировали в этот проект, узнать их точку зрения, как-то более глубоко проанализировать этот проект, сходить на презентации, да, потому что админы там часто где-то выступают и рассказывают на всяких конференциях, митапах там и так далее. То есть думайте своей головой, не смотрите на чужие отзывы, они могут быть недействительными. Поэтому я рекомендую вам посмотреть получше, приглядеться и принять решение. Но я думаю, что основное мнение я рассказал, которое лично у меня сложилось. Поэтому, если у вас, вам что-то непонятно, пишите комментарии. Если вы действительно являетесь инвестором вот этого фонда, то напишите в комментариях ваши впечатления, ваше мнение о том, сколько вы заработали, может, не в деньгах, да, в процентах, как-то так. Ну и ставьте дизлайки, если не понравилось, лайки, если понравилось. На этом я заканчиваю. Всем спасибо за внимание, всем пока.